Привет. Быстренько рассказываю. Помните, я ходила затариваться морковкой, потому что сказали, что какой-то год неурожайный, и я решила затариться морковкой. Так вот, первый пакетик вот такой вот, он закончился только сейчас, вот здесь, вот смотрите, маленько. То есть во все блюда мы ее ложим. Вот еще столько осталось на раз. Но на салат, естественно, свежие. Так я про что говорю-то? Мне стало интересно, сколько мы ели эту порцию одну. Вы знаете, когда я ее брала? 17 августа. Представляете? То есть этой баночки нам хватило на 1,5 месяца. Мне это очень нравится. Прекрасно. Ой, да, даже это. А где у меня с того мешочка еще это? Остаток. В общем, даже не закрывается, надо ее переложить. Значит, из того мешочка, что ли, еще тоже где-то лежит. Вот этот в приправах нет, по-моему, у меня там нету. 1,5 месяца. Классно, да? Вообще замечательно. Не надо никаких этих. Вот такой мешочек. Здесь килограмма, наверное, вот 100 пудов 3. Килограмма 3 морковки, чтобы такой мешочек получился. И она вкусная. И она зиму морковкой затарилась. И, кстати, она подходит на эту для капусты маринованной. Это я вам рассказываю, пока у меня этот партнер регистрируется сейчас в мою сеть магазинов, в интернет-магазинах. Она там регистрируется, а я морковку перекладываю. Вам решила рассказать, что вот такого мешочка хватает на 1,5 месяца. Представляете? Ой, вообще.